Ну вот, снимал, снимал, телефон опять затупил. Короче, просто показываю, что мне пришло. Это набор экстракторов. Кто знает, тот знает, для чего они. Кто не знает, объясню вкратце. Это чтобы выкручивать старые болты, винты. Вот так вот. Здесь их в наборе 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, если, допустим, какой-то винт у вас слезался, ну, обычно это для крестовых, для филипсовских шурупов, то есть, слезался он, и отвертка просто в нем проворачивается, то берешь соответствующий экстрактор соответствующего размера, вставляешь. Ну, его, соответственно, вставляешь вот здесь вот четырехгранник, квадрат, куда-нибудь, ну, не знаю, в какой-нибудь битодержатель, либо в вороток четырехгранный. Вставляешь и аккуратно выворачиваешь. Он здесь вот что-то типа сверла, он врезается как бы в сам болт. Здесь сталь должна быть хорошая, твердая. Он врезается внутрь, и его можно открутить, вроде как, по задумке. Как оно на самом деле, я сейчас вам не скажу, потому что не пользовался еще подобными штуками, и вообще узнал о такой приспособе совсем недавно. Но думаю, будет полезно, то есть слизанного шурупа болта я сейчас у себя не нашел, чтобы продемонстрировать. Ну, вот как-то так. Стоит тоже недорого, то ли 3 доллара, то ли 5. Не помню. Смотрите по ссылке в описании. Но, думаю, будет полезно в любом доме. Потому что частенько в последнее время мне приходилось выкручивать болты со слизанными шляпками. И как бы это еще то удовольствие. Мучаешься, мучаешься, еле как выкрутишь. Ну вот эти вот будут, попробую в ближайшее время, наверное, где-нибудь использовать, не где-нибудь, а в нужном месте. Ну все, ссылка в описании. И подписывайтесь на мой канал. Папа мой любимый. Как там наш слоган? Чтобы все видели, чтобы все покупали, да? Все, пока.